Привет моим дорогим зрителям и волшебникам, которые давно со мной. С вами Лия, и сегодня я покажу вам безопасные привороты. Если вы впервые на моем канале, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, выбрав все уведомления. Ну а если вы подписаны на мой канал, проверьте, нажат ли у вас колокольчик и выбраны ли все уведомления. Тогда вы не пропустите ни одного моего ролика, а я стараюсь именно для вас. И конечно же подписывайтесь на мои соцсети, все ссылочки на них будут под этим видео в описании. Чаще всего вы меня спрашиваете о безопасных приворотах, о приворотах, которые не будут вредить ни вам, ни вашему человеку, на которого вы делаете. И сегодня как раз я вам помогу с такими приворотами. В чем заключается их суть? Человек обратит наконец на вас внимание, но он сам решит, будет он дальше пытаться с вами пообщаться, добиться вас или нет. Пожалуйста, делитесь моими видео в соцсетях и показывайте их своим друзьям, которые интересуются этой темы, потому что для меня это очень важно, чтобы больше человек увидели мои видео, и тогда я буду чаще их выпускать. Но самое важное — делать не только приворот на человека, можно и позаботиться просто о себе и о своей красоте. Когда я начала пользоваться натуральной косметикой, у меня наконец стала нормальная кожа, и я заказала косметику на Organixon, и сейчас я вам покажу некоторые товары, которые я приобрела на их сайте. Ссылочки под этим видео в описании. Если вы хотите с бесплатной доставкой, там также есть ссылки. Первое — это гидрофильное масло. Для чего оно нужно? Для того, чтобы максимально хорошо смыть косметику. Я замечала, что когда я просто гелями смываю косметику, у меня все равно потом на ватном диске остается тональная основа. Следующее — это маска для волос с эффектом ламинирования. Тот, кто хочет прямые волосики, обязательно берите маски и шампуни с эффектом ламинирования. Не обошла, конечно, я и скраб для тела. О боже, как он пахнет папайей. Видите, как его много. Следующее — это шампунь очищения и нормализация для жирных корней и сухих на кончиках. Шампунь будет сушить ваши концы, поэтому, конечно же, мыть нужно только корни. Гель для душа, и важно, чтобы также он был органическим, для того, чтобы он не сушил вашу кожу. Мне нравится. Там были разные гели и так далее на сайте, поэтому все смотрите, проходите и заказывайте. Ну и последнее, нашумевшее, часто использующееся альгинатное маска. Ни разу ей не пользовалась. Она в виде порошка. Вы просто ее разводите водой и наносите прямо на все лицо. На веки тоже. В общем, переходите, пробуйте. И, возможно, вам даже не понадобятся никакие привороты. Ну что ж, а теперь мы переходим к приворотам. Не забывайте, что все привороты делаются на растущую луну. Самый первый приворот и один из самых интересных. Вам нужно найти книгу и найти в ней такие слова, какие бы вы хотели услышать от этого человека, на которого вы делаете приворот. Или те слова, которые могли бы соответствовать вашему свиданию, чтобы, в общем, произошло то, чего вы хотите. Вот, допустим, у меня есть такая страница «Он хочет быть рядом». Я это обвожу. А вас он тоже хочет знать абсолютно все. «Безграничное к вам доверие» тоже обвожу. «Он ничего от вас не скрывает». Может часами делиться воспоминаниями из детства. И готов посвятить вас буквально во все, что касается его. Да. После того, как вы обвели эти слова, смотрите на них, представляйте того человека и читайте вот такое заклинание. Слова, что я нашла, теперь в мыслях твоих, для меня. Что я подчеркнула, что я выбрала, то и ты обо мне сейчас думать будешь. Буквы в слова, слова предложения. Предложения в мысли, а мысли в действия. Тонкой ниточкой нас связую. Не унять тебя, пока не обратишься ко мне, не обратишься. Да будет так. И после этого читаю. Он ничего от вас не скрывает, может часами делиться воспоминаниями детства и готов посвятить вас буквально во все, что касается его. Безграничное к вам доверие. А вас он тоже хочет знать абсолютно все. Он хочет быть рядом. И главное, не стирайте эту обводку. Если вы захотите, чтобы все-таки он вас разлюбил,
перестал как-то на вас обращать внимание, вы можете просто это все стереть. У меня просто ручка стирается. Следующий приворот. Смотрите на фотографию человека, в его глаза, и читайте вот такие слова. Смотрю в твои глаза, ты меня вспомни через полчаса. Думу, думай и глаза не сомкни, пока не захочешь увидеть глаза мои. Услышать мой голос, пока не захочешь, не будешь ты спать этой ночью. Страстью ко мне воспылай, думай обо мне и не забывай. Да, будет так и так будет. Самый важный момент, который вы должны знать в любом привороте, не только в этом. Вы должны быть знакомы этому человеку. Это не должен быть какой-то прохожий, либо человек, который совершенно вас не знает. Это нереально, потому что он вас не знает. Он не знает, где вы, кто вы, как с вами связаться. Следующий приворот на воск. Вам нужно растопить воск свечей. Я использую вот такую свечку, вы можете любую другую использовать. Лучше всего использовать белую либо красную свечу, но это также не обязательно, но желательно. Как только воск немного подостынет, чтобы не было его больно держать в руках, вам нужно взять его и разделить на две части. Размер не имеет значения. Его вы разделили на два. После этого делайте вот такие вот две маленькие штучки и на них выскребываете. Либо пишите первую букву ваших имен. На одной ваша первая буква имени, на втором буква вашего человека, которого вы загадываете. После того, как вы написали две буковки, вам нужно будет пытаться соединить эти две части и при этом читать вот такое заклинание. Как воск с воском сливается, так и страсть твоя, имя человека, ко мне пробуждается. Тоска начинается, мысли не кончаются. По мне ваше имя. Как воск расплавлю, так и тебя о себе вспомнить заставлю. После этого вам нужно взять и расплавить этот воск. Вы можете просто его вернуть в свечу. Постарайтесь, чтобы все части воска оказались расплавлены. Пока плавится воск, вы можете представить то, какие же будут ваши отношения, как вы встретитесь, как вам человек напишет, позвонит. И на самой хорошей ноте тушите свечу. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно ставьте лайки, оставляйте в комментариях, делали ли вы привороты, получились ли у вас те, которые я вам сегодня предложила. Обязательно почаще заходите на мой канал. Я вас люблю, целую, обнимаю и до встречи.